Всем здравствуйте, всем хорошего воскресенья. Мы с Женей вышли на улицу опять. Нашли себе работу немножко, кое-что поделать. Короче, колесо у нас пробито, оказалось. Не пробито, но новое покупал. Ну. Года два назад, по-моему. Потрескалось. Ну, камера, видать. Ну ничего, придется ведра буду складывать пока не купим другое колесо. Или резину, да? Колесо? Не, резину, да, будешь брать? Ну, возьму уже вместе. Угу. Посмотрю сейчас. Так, ну сейчас я буду обрабатывать, вернее обрезать мою гортензию, вот эту синюю, ярко-синюю. И она уже вот много дала новые. Поэтому вот эти вот сейчас я уже обрежу. У нас еще начало августа. Еще 2-3 месяца впереди теплых. Поэтому сейчас я наведу порядок с ними. И пускай они дальше растут, цветут. Вот, смотрите. Вот, покажи, Женя. Вот уже какие пошли новые, видишь, побеги. Mm-hmm. Вот, сейчас я вот это буду срезать. А я вот прям под цветочек, вот. Даже листочки не буду трогать. Вот, цветочки я оставила. Ой, листочки. А, наоборот, а цветочки я срезаю вот эти уже. Вот они. Я еще что хотела сказать. Обратите внимание, вот это сиреневый цвет, а вот это ярко-синий. И когда сейчас весной она цвела, она была вся вот такая синяя. Сиреневого цвета не было. Он вот сейчас пошел осень, под осень. И я посмотрела видео с прошлого года. Она у меня была двухцветная, вот такая сиреневая и синяя. И это значит, что она вот в год даже два цвета меняет. Вот сейчас я эти срежу, и будет у нас два цвета. Синяя и сиреневая. Так, вот я гортензии подрезала. Вот это уже свежие побеги и цветы. И еще будет давать. Еще время есть. Вот все гортензии привела в порядок. Вот так, пускай теперь дальше растут. Так, и сегодня мы хотим с Женей заняться гаражом. Вот с обратной стороны. Какие-то паразиты нам тут изрисовали его. И вот сейчас все буду зачищать, и Женя будет белить. Такое тоже бывает. Вот нам надо Женей хорошо тут, оказывается, зачистить. Зачистить, точно. Зачищаем это. Да, правда. Зачищаем. Вон много старой отходит. Где отколупается, да, отколупать. Где потрескалось. Вот, сейчас мы это все Женей зачистим. И потом красить, да, Жень?
Все, гараж белый. Ну, сейчас мы будем обедать. Остались у нас со вчерашнего тефтельки, толченочка, и здесь я варю еще рис. Сейчас пообедаем и будем продолжать работать. Ну все, вот у нас ответственный момент с арбузом. Я девушка. Женя вчера взял арбуз. Да. Сказал, будет очень сладкий. Девочка, сказали. Вкусный. Сказали. Я сказал, девочка, с маленьким, ну сказали, с маленьким пятнышком вот здесь вот. А потом домой, когда уже приехали, арбуз уже был куплен. Домой приехал, посмотрел, с маленьким это мальчик. Ну, сейчас посмотрим, как он вот этот вот. Пальчики, главное, осторожно, не порежься. Ну, я так думаю, если был бы ух мальчик ты несъедобный, их бы не продавали, наверное. Красный. По одной, Жень, по одной. Да, да. По одной, да. А вот правда, в этом году первый раз, что мы вот один только арбуз, да, попался светлый. А так все арбузы в этом году хорошие. Сладкие, красные, ароматные. А так до этого года мы, ну, выкидывали арбузы. Ну-ка, Женя. Вкусно? Я не понял. Мальчик, девочка, вкусно? Ну-ка, покажу. Так. Вот такой вот. Ну, наверное, с большой пяткой, наверное, было бы вкуснее. Думаешь, было вкуснее, да? Ну, так вроде красные, хорошие. Ой, чуть не упал. Вот, вроде хорошие. Женя говорит, ничего, пойдет. Ну, не сильно сладкий? Сладкий, но мы брали уже, которые были слаще. Наверное, да? Были девочки все-таки. Ну, хорошо. Теперь будем смотреть. С большой пяткой выбирай теперь. Ну, кто кушает арбуз, приятного аппетита, мы тоже будем кушать. Все, пропали наши кустарники, будем их срезать. Не спасли, что только не делали. Гусеницы съели. Посадим новые. Да, посадим новые. Вот ровно год, даже больше года. Вот сейчас я покажу гусеницы. Так, вот, вот она ползет. Больше года мы боролись и покупали специальное средство. И... О, смотри, вообще жирная. Где? Ну-ка, подожди. Угу. Ничего не помогло, ну ничего не сделаешь. 14 лет они у нас были. Эти мы будем сжигать. Пускай подсохнут и сожгем, чтобы они не распространились, эти гусеницы. Жалко, конечно, но ничего не сделаешь. Надо убирать. Полтора года боролись, ничего не дало, вот, все съели. Они вроде дадут зелененькие, и опять, они же столько уже этих личинок тут насадили, что надо все убирать. Вот. И вот еще один куст, тоже его будем срезать.
Это ж надо, вот аж на стену забралась, пока мы обстригали. Вот и все, все, Женя стриг, обрезал, вернее. Теперь это все надо уничтожить. Ну и будем что-то сюда новое садить. Женя сейчас игрался с нашими кисками, пока мы пошли за, ну, за горшком с землей. Она сидит, ждет Женю. Зузя не, Зузя не ползет, да. А где Мафания? Мафания ползет. Вон он идет. Уже он стоит на страже. Так хорошо, в лесу прохладно сегодня. Гладиолус отломался, но ничего страшного, я его сейчас в вазу поставлю. Вот так пускай стоит в водичке. Отломался. Я обычно с огорода вообще не люблю срезать цветы. Только если вот отломается, тогда я их, конечно, ставлю вазочку. Но это вот первый цветок, что у меня отломался. Приятно посмотреть, когда другие работают. Действительно приятно посмотреть, как другие работают. Только во вкус вошел. Ну я ж тебя не заставляла, Женя, ты ж сам. Да. Всем до свидания и хорошей недели.